Это не «Мираж» и не военные учения, а всего лишь безопасное такси. Вот такое необычное транспортное средство появилось на вооружении одной из таксомоторных компаний Санкт-Петербурга. Роль безопасного такси выполняет бронированная разведывательно-дозорная машина с боевым прошлым. Правда, пулемет на башне не настоящий, но вид от этого не становится менее грозным. Идея создания такого нетривиального такси появилась случайно. Проводили конкурс высшего водительского мастерства, и на это мероприятие вызвали полевую кухню. А ребята привезли ее вот на таком аппарате. Мы решили, что ради прикола можно посоревноваться и на БТРе, и БРДМ. Это получилось. Ну и вообще идея всем понравилась, так скажем. Подумали, что это будет достаточно эпатажно и интересно для публики. Так оно и оказалось. Довольно часто звонят диспетчеры, просят вызвать такую машину. Поездка в бронированном такси имеет свои плюсы и минусы. В нем не страшны бездорожья, мелкие аварии и даже автоматные очереди. Однако посадка в такой транспорт сопряжена с определенными трудностями, да и цена немаленькая – 5000 рублей за час. Зато любители эффектного появления на публике будут точно довольны такой поездкой. Мы, так сказать, этот автомобиль на самом деле взяли на пробу, для того, чтобы посмотреть вообще, как он будет в эксплуатации. На будущий год появится один, может быть, несколько таких же аппаратов, только, так скажем, повышенной комфортности. У него будет полностью переработанный салон, кожаные сиденья, мини-бары, вертикальная посадка, вернее, ну, так, чтобы можно было сбоку в него войти. В этот автомобиль можно только сверху лезть. Не очень комфортно, особенно девушкам в юбках. А спрос большой, и турист тоже интересуется. Чтобы не пугать людей на улицах, бронированное такси перекрасили в красный цвет, нанесли логотипы компании, а на капоте установили шашечки. Многие питерцы с удовольствием фотографируют бронемашину, ведь где еще в мире встретишь такое чудо? Кстати говоря, ездить этому бронетакси позволяется только за пределами исторической части города.